Сегодня у нас на обзоре 6 альбомов монет, 3 красных и 3 разноцветных. Начнем с разноцветных. Так, синий. Такой вот. Он в основном пустой. $2 американских. Итальянская какая-то монета. Еще Греция. Здесь это что у нас? Италия. И еще чуть-чуть монет разных. Так, зеленый. Здесь чуть пожирнее будет. Так. Ну вот разные, короче, со всего мира по чуть-чуть. Вот здесь так насыпано. Прикольно, зато не повылетает. Мексика. 60-е, 50-е. Ну и здесь еще что-то там. Короче, разного. По чуть-чуть. И Азия, и Европа. Так. Третий альбом. О, здесь поинтересней. Это какие-то копии. Нет, это настольная медаль, вот это копия. Вряд ли она серебряная. Да, здесь разные такие жетончики, медали настольные. Вот что-то китайское и немецкое. Ну и наборы немецкие. Франция, французская Африка. Еще Франция. Да, столько много Франции еще не было. Альбом еще с биркой. Так, и еще Франция. Ого. Все, больше ничего нет. И еще осталось 3 красных альбома. Так, такие листы жесткие. Прикольно, таких еще не было, наверное. Это у нас Египет. Что-то монеты такие. Не знаю, чего они. Возможно, какие-то влаги. Потому что, если смотрю, здесь чуть-чуть поржавело. Этот железяка. Соответственно, я думаю, и монеты. Может, в каком-то подвале хранились влажным. И такие вот. Хотя алюминий, смотрю, ему вообще ничего. Так, ну тут разные есть ячейки. Такие мелкие, средние. Нотгильд. 5 фенигов. Шпилькель даже пишет это. Что какой-то игровой жетон или что? Так, ну вот такие вот. Так, второй альбом. Здесь Германия. ГДР. Что такое-то толстая медаль настольная.
Ну, это тоже немножко поржавело. И последний альбом. Здесь Европа. Такие жесткие листы. Что-то типа крейцеров австро-венгерских, только с алюминия. Типа какой-то жетончик сделали. Все, вот такие вот монетки.